Внебольничных пунктов вакцинации в Красноярске уже 6. Еще один открылся сегодня в торговом центре «Атмосфера» дома Нововилова. Врачи принимают всех желающих с 10 утра до 8 вечера без записи. При себе нужно иметь только паспорт и СНИЛС. Ждать в очереди придется в среднем около 1,5 часа. Наплыв большой. Тем не менее, люди продолжают прибывать на вакцинацию в торговый центр. Если места оборудованы и правильно все, да, и есть доктора, которые проверят, то почему бы и нет? Вообще в крупных городах у нас уже давно была такая практика вакцинации. Я считаю, это нормально, потому что люди, которые, если бы, например, эти вакцинации проходили бы в поликлинике, там люди приходят с болезнями с какими-то, а так здоровые люди приходят в торговый центр, там где и так достаточно людей. Пункты вакцинации также работают в зоопарке Роев Ручей, в ТРЦ «Планета», в Леруа Мерлен на улице 9 мая, в торговом центре «Изумрудный город» на проспекте Свободном и на ЖД вокзале.